Приветствую вас, друзья. Остановился в таком месте, немножко перевести дух, потому что ездит у нас на дорогах очень ужасно. Сейчас я вам покажу несколько кадров. Это я ехал сегодня. Сейчас подойдем вот к этим вот печам. Печь, где обжигали известь очень давно когда-то. Хотел заснять продукцию, которую там вот продают на рыночке. Но подошла девушка с Bluetooth колонкой. И с этой колонки звучала музыка, за которую YouTube может наказать. Вот такие вот печи для обжига извести. Посмотрите. Выглядит все. Очень интересно. Я уже не первый раз здесь снимаю видео. Давайте подойдем, посмотрим, что там внутри. Ну, тут, как всегда, все ужасно. Даже экскурсию проводят. Вот мужчина рассказывает историю. Я еще застал те времена, когда здесь были, не знаю, как назвать, лавочки или трибуны. Вот в этом месте. Но их сейчас уже нету. Такой был амфитеатр. Здесь вот люди сидели на лавочках, и тут было какое-то представление. Там вот какие-то металлические закладные на этих башнях. Не, реально место для каких-то выступлений, да? Вот, если здесь вот встать, на это место, то вполне достойная сцена. Поставить тут колонки. Вполне можно, а там человек наверх как-то забрался. Вполне можно выступать, исполнять песни, турниры какие-то проводить. Хороший кирпич. Интересное место. Тут как-то было все огорожено больше. И был вход платный. Какой-то предприимчивый предприниматель сделал вход платным на эту территорию. Представляете? Просто так вот. Здесь вот висела табличка.
Интересно. Не, взбираться я не буду. Но там вот видите, такие вот ниши, арки какие-то. Интересная конструкция. Красиво вот плющ растет по стенам. Ну вот там вот речка белая шумит. Сейчас я поеду дальше. Вот так это все выглядит с другой стороны дороги. Сейчас я подойду, посмотрю на речку. Интересно, здесь можно спуститься? Нет. Хотя попробовать можно. Из-за деревьев не видно, но на той стороне иногда можно увидеть людей. Вот там вот тропа с той стороны. Но очень много листвы зеленой. И вот тут внизу речка белая, шумит. Ну дальше я не могу спуститься, здесь уже крутой обрыв. И такая вот небольшая смотровая площадка. Хотя все тут все завалено. Да, тут можно улететь. Такой каменный берег с той стороны прям. Ладно, ребята, поехал я домой. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Всем пока.